Здравствуйте, с вами снова Коутон, и это видео «Как подняться в Solo Queue 4». Ну, скорее анонс. В ближайшем времени я буду подниматься из Gold 5 по Diamond 1. В чем отличие от видео «Как подняться в Solo Queue 3»? Я буду максимально краток. В предыдущем видео я использовал Джарвана, Лисина и Шивана. На тот момент это были сильнейшие персонажи, но они требовали довольно-таки высокого скилла игры за них. Я приведу пример Лисина. Если вы даже хорошо отыграли early game, вам все равно нужно было на протяжении всей игры держать планку. Вы должны были попадать скиллшотами, вы не должны были ошибаться. Постоянное напряжение, и да, для игрока с голда, с платины, да даже из низкого даймонда, бронзы, сильвера, это практически невозможно или очень сложно. И в этом была моя ошибка. Я рассказывал, что на этих персонажах подниматься просто. Это не так. Эти персонажи были сильны, и их пикали все. Вообще, без исключения, на всех Элла в Челленджере вы постоянно встречали именно этих персонажей. Ну, плюс Элис, к примеру. Что произошло спустя год? А ничего не поменялось. Сейчас популярен Лисин, сейчас популярны Элис, сейчас популярен Джарон. Ну, и понерфили Казикса. Вы можете открыть любой стрим джанглера из Diamond 1 или Челленджера совершенно на любом сервере, что на US, что на Америке. Вы видите одних и тех же персонажей на протяжении уже года. Что же будет в моем поднятии и что же будет в моем видео? Я расскажу и покажу, что можно джанглить на других персонажах. И джанглить успешно, и джанглить просто, и поднимать Элла вам будет даже проще, чем вам поднимать бы пришлось Элла на той же Элис, на том же Лисине. Я не буду говорить, на каких персонажах я буду играть, но да, персонажей будет 8. Все персонажи, естественно, в некотором роде скиллбейзит, но количество скиллшотов будет минимизировано. Насколько я помню, только у двух персонажей будет скиллшоты, которыми нужно будет попадать. Я расскажу о сборках, о стратегиях, о рунах, мастерис. Почему именно эти персонажи? Когда я буду стримить свое поднятие, я буду объяснять практически каждый свой шаг. Стрим будет пропитан позитивом и любовью ко всем и вся, даже моим соперникам и тиммейтам. Так что подключайтесь, смотрите и учитесь. Будет интересно. Всем спасибо за просмотр этой картинки. Встретимся в понедельник. Пока!